друзья, а перед тем, как мы сыграем следующую песню, у нас есть очень приятное объявление. Этой осенью будут интереснейшие, занимательные концерты по всей практически России. 7 сентября – Санкт-Петербург, 8 сентября – Москва, группа «Тролль.е» и группа «Карпиклай» вместе в этом концерте. Презентация альбома группы «Карпиклай». Итак, 7 сентября – Санкт-Петербург, 8 сентября – Москва. И дальше поехали мы по России вместе с нашими любимыми финскими негодяями группой «Карпиклай». Так что вот так вот, ждите. Ура! Типа. Thank you.
И сейчас еще раз оканцовочку повторим. Специально в честь того, что после нашего выступления все помчались в лавочку нашей выездной Тройтор-Гоблина прямо напротив сцены и смели все нафиг футболочки, браслетики, кружечки, чтобы помочь старым добрым троллям на пенсию. Вот так. Еще разочек. Так что, если нравится, могем мы еще. Но футболочки и диски лучше купить.